Да, всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Веталь. Вы на канале любителей игры Fishing Clash. Создал я новый твинг себе недавно. Не знаю, что-то захотелось мне заново все по новой снова пройти. Плюс, может, людям, которые только недавно тоже установили игру, тоже может им что-то где-то подсказать. В общем, всем приятного просмотра. Поехали. Закончился первый день события. Возвращение легендарной Америка. Ну, я здесь вообще не успел на него, непонятно, почему он у меня открылся уже на второй день. Но все равно приманки мы получим. У нас их вообще 0,0. Спешить мы сильно не будем. Я буду периодически снимать видосы, как дальше буду развиваться. Ну, на основных аккаунтах, конечно, буду всегда играть. В общем, получили мы 8 мифических приманок. Заняли мы 8 место в рейтинге в событии «Приветствую Fishing Clash». 2000 золотых, 25 и серебряный пакет. Мало, конечно, за 8 место вообще мало. Приманок у нас по нулям. Вот, мифическую даже одну дали. Накинай, золотая форель. Ага, первое место в вызове. Это хорошо. С самого начала первые места занимать хорошо. Так, подкрывать здесь приманки все, которые бесплатные нам подавали. Прокрутил я, ребята, мне дали за... В общем, за каждое повышение уровня, там, по-моему, по 50 или по 80 жемчуга дают. Навалили мне жемчуга, я, в общем, прокрутил колесо. В колесе мне выпало еще 2 раза по 150 жемчуга. В общем, круто, повезло. Так, вот пособирать здесь все достижения. Итак, американская щука альбинос. Место ловли река Кенай. 19 место в событии. Рыбы я все поймал, кроме легендарной 12, ну еще 10 11 звездочную надо поймать. Дуэли скоро откроются на второй день, тогда можно будет уже 11 звездочные здесь доловить. Получу пакет, надо немножко еще подождать. Так, электрический угорь, тоже событие открылось. Здесь, конечно, надо было мне уже все сделать, позакрывать, но я еще ничего не сделал, не закрывал, не участвовал, в общем. Будем пробовать еще порыбачить, получить. И здесь хорошие места. Кому интересно, ставим лайк, подписываемся на канал. Ну, мы поехали. Давайте в трех подряд попробуем поиграть приманок. У меня, наверное, вообще сейчас 3 подряд. Только могу проиграть из-за того, что нет приманы. Ну, даже соперника мне найти не могут. Что-то игра тупит, непонятно. Не находит. Находит соперников. И все в порядке. Странно. Бывает такое. Ну ладно, давайте попробуем сейчас вызов. Тоже первое место надо. Я не знаю, правда, для чего. Надо. Вызов надо закрыть. 3000, нет, надо 3 300. Начнется второй день. 2 200, 2 500, 2 100. Маловато, надо еще немножко подловить. 1000
и 200, 200. В общем, ребята, половлю я еще и запишу видосики по поводу, каких мест я занял в этих событиях. Будем рыбачить. Всем удачи. Оставайтесь на канале. Пока.